каждый круговая система обучения, ну, здесь это самое главное, чтобы человек понял, что его автомат приведет в другой, и он попадает. Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев общался с мобилизованными вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Норматив где-то порядка 30 секунд боец должен наложить себе турникет в руку. На учебном полигоне в Бурятии проводятся занятия с боевой стрельбой и вождением боевых машин пехоты. На войсковом стрельбище выполняется комплекс тренировок со стрелковым оружием и гранатометами. Бойцы учатся применять современное стрелковое оружие, модернизированные автоматы и пулеметы Калашникова, гранатометы, снайперские комплексы. Подготовка мобилизованных в Бурятии, как и во всех территориях Дальнего Востока, а я побывал уже в большинстве территорий с такими вот поездками, проводится профессионально. Она проводится целенаправленно, и она направлена на то, чтобы люди были готовы защищать нашу родину, чтобы все мобилизованные вернулись домой живыми. Вице-премьер подчеркнул, что настрой у мобилизованных граждан и добровольцев хороший. Их обучают профессиональные инструкторы. Ранее президент России поручил выплачивать всем мобилизованным ежемесячное военное довольствие в размере не менее 195 тысяч рублей. Кроме того, мобилизованные из Бурятии получают единовременные выплаты в 150 тысяч рублей. Мария Латышева, Жагал Цвиндашиев. Новости дня.